Сотрудники прокуратуры проверили в ноябрьский картинг-центр. В нашем городе картодром имеется только в одном месте. Это дворец молодежи, что находится в мехколонии 15. В секции сейчас обучаются 20 человек возрастом от 8 до 25 лет. Внеплановые проверки во всех городах Ямала прокуратура проводит после инцидента в Салехарде, где прямо во время занятия скончался 10-летний ребенок. Причины смерти школьника сейчас устанавливаются. Острая необходимость проверить соблюдение требований федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе связанных с их дополнительным образованием и занятием таким, возможно, видом спорта, как картинг. Это связано с использованием специфического инвентаря. То есть предмет проверки будет включаться, соблюдаются ли учреждениями, осуществляющими, предоставляющими данные виды услуги, требования по технике безопасности, соответствует ли спортивный инвентарь, на которых занимаются детки, требованиям технической документации, проводится ли его необходимый технический осмотр.